Бывшего первого вице-премьера Крыма, который появился после присоединения к России, подозревают в краже золота. Крымское управление ФСБ расследует дело против Рустама Темиргалиева, который является одним из подозреваемых в этом деле. Об этом сегодня на пресс-конференции в Симферополе сообщил глава республиканского ФСБ Виктор Палагин. По версии следователей, Темиргалиев и советник председателя Совета министров Крыма Игорь Васильченко похитили около 250 миллионов рублей из отделения украинского Ощадбанка. Кроме того, они якобы украли более 300 килограммов золота из сейфов банка. Часть суммы все-таки удалось вернуть. Темиргалиев был отправлен в отставку в июне прошлого года, а Васильченко по указу премьера Крыма Сергея Аксенова возглавлял рабочую комиссию по обеспечению сохранности имущества Главного управления Национального банка Украины в Крыму.